Да, ну и спрятали же тебя. Какая-то скотина помогает ему. Он не мог сам найти место, где я прячу родстер. Он не мог сам открыть сейф в конце концов. Шеф, я звоню Петровичу. Да пошел нахер твой Петрович, я сам справлюсь. Шеф? Я сказал, сам справлюсь. Где ключи от монстра? У меня, но... Сюда давай. Я сказал, сюда давай. Это личное. Да-да, я говорю, он у меня. Я сам не верю. Честно говоря, никто не верит своему счастью, получив родстер от компании Дрова. Ведь это настоящий Кадиллак. Машина шпиона BMW Z4, на которой ездил сам Джеймс Бонд. 272 детали обеспечивают кузову родстера такую плавность, которую еще никто не видел. Да я понимаю, понимаю. Слушай, праздновать будем чуть позже. Давай для начала встреть меня в безопасном месте. Я тебе координат сейчас скину. Да, 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 покупатель со мной будет. Шрам многим пришел дорогу. Бедная машинка, потерпи немного. Вот ты и попался, дружочек. А! Он здесь! Джип Бигфут 4х4 от Дрова – настоящий зверь. Мотор из спиральной металлической пружины и полный привод не даст противнику ни единого шанса. Просто вдумайся, 638 деталей. Как победить такую махину? Никак! Ты никак меня не остановишь! Бигфут – подарок мечты не только мальчика, но и настоящего мужчины. Эй! Доигрался в своей кошке-мышке? Стой, 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 стой! Успокойся, успокойся. Да я ничего и не хотел с тобой делать. В конце концов, я могу себе и новый родстер купить. Стой. Эта тачка что, не эксклюзивная, что ли? Конечно, эксклюзивная. Просто большинству людей недоступна та информация, которую знаю я. В магазине или на сайте Ананаза можно купить этот родстер. Что? Ты серьезно? Естественно. Откуда ты думаешь, у меня такая коллекция тачек от Дрова? Обычные люди все это заказывают втридорога. А я беру это все на Ананаза. Вот так раскрылась главная тайна Шрама. Ананаза действительно обладает крупным автопарком и не только им. Теперь эта тайна доступности любого деревянного конструктора открыта и для Димы, и для тебя. Ты знаешь, что делать. По ссылке в описании ты попадешь на сайт магазина Ананаза, где сможешь выбрать совершенно любой набор на свой вкус. Выбирай конструктор мечты и докажи Шраму, что главный автобизнесмен не он, а ты. Удачи!